Черт подери, а. Кто написал, непонятно. Меня слышно? Ага. Да-да. Да плоховато что-то. Я погромче могу сделать тебе. Ладно, ладно, я сейчас сделаю тебя погромче просто на 200. Вот сейчас скажи что-нибудь. Давай, может, я микрофон сделаю? Бля, не. Тут слабо все равно. Давай. Ладно, обратно на сотку поставлю. А вот так нормально? Ну-ка, погромче делай. На 200%. Вот, выкрутил на 200, но скажи что-нибудь. Что-нибудь? Да нет, что-то так же. Как так? Не, вот так вот получше. Так же хуёво или так же? Да слышно, вот теперь слышно вроде. Я тут погромче делал. Есть желающие сходить. Если хотите, я варом схожу. Похуй, куда пошли. Куда? Вот. Я руку качаю, так не до беды. Давайте это, варом схожу. Я пьяный, правда, в говно, но это мелочь. Ну не в говно же. Не в говно. Так. Я все равно, видишь, планировал этого рогу качнуть до 50. Ну. Угу. Чтобы догнать вас, но нам на клан по-любому этого вара какой-нибудь. Да-да, где вот его бы взять? Его искать, что ли, надо? Тогда я вообще-то ищу, я каждый день пишу вот эту вот хрень. В гильдию для, блядь, прогрессирования БК требует ротан. Все остальное. Мы сегодня в Зольфарака ходили, этот упырь мне писал, что получил пизды и только что гривне до 5. Нагрел. А прикинь, каково учиться, блядь, на классике, не играя до этого. Больно. Вообще. Не играя, блядь, за Варлока вообще. Мне нравится. Вот его там попросил русских лент, мы сегодня полдня покачивали. Кстати, я себе тоже поставил русских лент. Вот. Качали ему, себе и Лязе. Я помню, когда ты качал Варлока давно на этом, блядь, как да, для меня это вообще, знаешь, это класс непонятный нахуй вообще. Ну, я... да как да, же Варлок. Непонятный, но он зато самый этот полезный, один из полезных. А, на Валькирии, короче, его вспомнил. Блядь, вот. Пусть учится, пусть играет. Не, ну, блин, я вот как вы, я вот когда начинал WoW играть, только вот первого персонажа своего создавал. Знаете, вот, блин, я просто сначала думал, кого же, блядь, создать. А, мне нравилось тогда милишником играть, ну, прям в мили-зоне фигачить там их, тыкать. Я ему говорил, давай сделаем этого рогу, и говорю, я рогой буду вдвоем просто всех свиньи трахать. Нет. Вот, а ему Варлок больше понравился, да? Ну да, Варлок это... Ну, ну вот, короче, я это играл как одиночка, вот, в это, в стелсе, там, выцепал всех, там, ну, меня не убить, ну, никто не мог убить поначалу вообще, я не знаю, я и убежать мог. За деревом в медведи стоишь, я себе хуй. Нет. Я засады там устраивал, тоже, да, интересно. Это поначалу. А ты что в Хэллвуде делаешь?
Да квест какой-то взял и вот. Пойдем, пойдем ебанем приквест к этим, к Тимбер. Тимбер куда чё? Это древобрюхи на русском. А, пошли, сейчас я. Так, пати надо кинуть, да? А древобрюхи на каком это уровне? Подождите-ка, ребята, это в оскверненном лесу? Ага. Какой левел там? Бля, да хер его знает, ну 45 плюс. Бля, у меня 44. Ну почти 45. Сейчас я скажу. Там, короче, 48 и 55. Ну там 48 медведи 50 ходят. Вроде. Короче, я лечу там на пост. Я, короче, договорился с охотником, будем дивозавров валить. Я соберу две шмотки. Эти, как я, дивозавра. Ебать, что там бета так быстро вынесли? Это что за пиробласты тут? Смертная казнь. Нихера себе, бля. Не, пускай он учится. Это да, вот тот варлок, он нужный, как бы сказать, присумонить. Слышишь, Макс, Макс, Макс. Отошел, да, что ли? Да. Короче, знаешь, надо, чтобы он постоянно собирал эти осколки, ну, чтобы у него постоянно были, как бы учился, чтобы были, ну. Но он пока не понимает этого, знаешь, он учится той. За варлок. Осколки. Зато у него у варлока уже сумки, блядь, 14-слотные, сука. Сегодня все голду слил, блядь, хуйню. А, ну да, там как раз нужны эти осколки. Да у него, я ему взял эту траву и получается... Скиннинг. Не скиннинг, а... Ну, добьешь там свой квест, топай ко мне. А я все уже закончил. Мне назад надо пробиваться. А, чё мне пробиваться? Я ж могу кошака отправить и побежать. Спокойно. Ай, блядь, чё-то больно лупит это. Магии своей. Блин, мне вот этот меч нравится. Прям так на его двинул. Потом другому на подрезал ноги. Одного так остановил, другого. На ему в лицо. Блин, и мне тоже прилетело нехило. Ай, бля. А, ты тут уже. Блин, вниз далековато, ну куда? Блядь, если мы не собирались положить там. Я помню, был... А этого надо, что ли? А, да, надо. А то хера. Помню, был там этот... Анимал, что ли? У него два танка был. Помнишь Анимал? Он вступил в нашу гильдию тогда, в Земский собор. Это как мои знакомые создавали. И, короче, он переманил пол гильдии в этот водяных гильд. Ебану, жесть.